И, собственно, вот сам театр Афанасьева. Вот в таком вот закоулочке. А тут всякие крутые магазины находятся на первом этаже. И, собственно, вот театр Афанасьева. И до сих пор длится, все никак не могут найти здание. Ну, то есть здание уже нашли, но не могут найти финансирование для здания Пионера, чтобы отремонтировать, чтобы не вот в этом закоулочке этот самый театр находился, в подвальчике, да, а в нормальном здании. Это просто произвол властей. Но, знаете, тут посудите хотя бы сами, есть власти, парковка. Скоты. Прям можно спокойно зайти. И достаточно большая парковочка. Не знаю, как возле Пионера, кстати. Давайте пройдемся туда. Сравним вот эти две парковки возле сейчас на вокзальной магистрали и возле кинотеатра Пионер бывшего. Вот вроде как, да, по-моему, больше 2 лет прошло, когда кинотеатр вывели из здания. Ну, то есть здесь располагался кинотеатр «Пионер», потом, короче, это здание признали за театром Сергея Афанасьева, выделили вот это здание. И, о, нифига, там все стены разрисовали, вы только посмотрите. И за 2 года наша мэрия ничего не предприняла, чтобы там, не знаю, хотя бы фасад сделать, там какую-то подсветку, что «Пионер» там, ну ладно, снесите вы эту надпись, уберите «Пионер», да, поставьте театр Сергея Афанасьева, раз это уже театр Сергея Афанасьева, а не, короче, кинотеатр «Пионер». И давайте сравним, сколько здесь машиномест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну ладно, 13 чертова дюжина будет, пускай автомобили может здесь поместиться. Гораздо меньше, чем на вокзальной магистрали. Вот так вот сейчас выглядит фасад этого здания. И здесь не видно, чтобы что-то здесь ремонтировалось. За эти 2 года вообще ничего не сделано. Давайте зайдем за здание, посмотрим, что там. А рядом, ну, достаточно все современно. Вот так вот. Давайте пройдем за здание, посмотрим, что здесь нас представляет из себя кинотеатр «Пионер». Интересно, сами нормы, вот это расположение здания, они вообще соблюдены, да? Что вот такое расстояние. За зданием вообще, кстати, если куда-то эвакуационный выход, то куда выходить? Все в решетках, собственно говоря. Собственно, я не думаю, что когда был кинотеатр «Пионер», находился здесь кинотеатр «Пионер», то это здание было хуже или лучше. Я не думаю, что было хуже. Во всяком случае, ну, какой-то уход за зданием был, соблюдался. То есть зданием какой-то был уход, хотя бы оно было не разукрашено, да, какие-то баннеры висели, информационные рекламы там, фильмов и так далее. И все-таки народ сюда ходил, и были доступные сеансы. Все-таки хочу сказать, что в свое время здесь, в кинотеатре «Пионер», были доступные сеансы. Утренние, хотя бы там за 100-150 рублей. Конечно, «Победа» есть недалеко, но там сеансы за 200, за 300 рублей. Вот в кинотеатре, в «Пионер» можно было вполне нормальные утренние сеансы сходить. Вполне бюджетный кинотеатр. Сейчас в центре такого кинотеатра нету. И что это за власть, которая, ну, уже 2 года при той власти, при которой мы имеем, уже 2 года или 3, больше, я не помню, когда там закрыли кинотеатр, да, «Пионер», когда вы все отсюда вывезли. То есть здание не функционирует как культурное учреждение. Почему так? Я понял бы, если бы, допустим, ну, присудили, да, там, театру Афанасьева. Хотя я, знаете, я не театрал. Я хожу раз, 2 раза в год в театр, 0 раз.
Поэтому вот я не могу сказать, что я театрал. Но я не могу сказать, что я не люблю театры, да, я хорошо отношусь к этим, к театрам. Но кинотеатры тоже должны быть. И в Новосибирске их крайне мало. Вот Люксор закрылся, да. Есть Победа, есть Синема Парк, да. Но когда есть другие кинотеатры, сети, то это же хорошо, это же конкуренция, это хорошо. И билеты дешевле, естественно. А по сути, мне кажется, что это просто лакомый кусочек среди, среди зданий. Здесь банк расположен, хорошая территория, да, здесь построить какой-то торговый центр, не знаю, вместо вот этого здания, да. Видимо, так власти считали и так и думали, но все-таки есть люди, которые, ну, против этого, против застройки, вообще точечной застройки.